Каждому из вас в руки взять телефон, проверить эту настройку и как можно быстрее отключить, потому что она садит очень сильно батарею и знает о вас абсолютно все. Для этого нужно зайти в настройки, здесь вот в настройках пролистать вниз до пункта, который называется у вас Google, есть абсолютно на любом Android устройстве. И здесь вот настройки для приложения Google, найти вот этот вот пункт. Заходим сюда, тут будет Google Pay, такая вот шляпа. Заходим сюда в Google Pay. И в левом верхнем углу у вас будет три полосочки. Раз, два, три. Нажимаем эти три полосочки, настройки и здесь отключаем. Уведомлять по электронной почте, импорт из Gmail, персонализация Google Pay, уведомлять о покупках, специальные предложения и советы, чтобы меньше было рекламы и чтобы меньше садилась батарея, а особенно загаживалась всякой ненужной вам информацией. В принципе, все. Всем добрейшего. Перезагружайте телефон, смотрите, и все у вас будет работать как бы еще лучше. Подписывайтесь на канал, тут много интересного.